Вот здесь, в такой тепличке, находились у меня посаженные семена киви. Время от времени я открывала тепличку, чтобы создать киви такие условия. Хочу показать, посмотрите, внизу лежит прослойка торфа и сверху песок. Если посмотреть внимательно через лупу, то видно, что семян много взошло. Но самые крепкие взошли лучше, а те, что послабее, еще только поднимаются. Всходят они довольно долго. У меня есть видео, посмотрите, как я сажала эти семена и как их подготовить к посадке. А сегодня я хочу рассадить самые крепенькие ростки, которые пошли. Смотрю, что вот этот хороший росточек. Видите, можно отдельно его высадить. Но для посадки киви я воспользуюсь грунтом, который сама сделаю и покажу, как я делаю такой грунт. Для рассаживания вот этих ростков киви, я самых крепких, я воспользуюсь вот этими кассетами. И сейчас покажу, как я буду рассаживать их. Я возьму аккуратненько пинцетом. Вот такой вот хороший росточек киви. Ну и корешок у него, конечно, маленький, пока не буду его травмировать. Вот так вот аккуратненько. И сейчас посажу. Сажать я буду в землю. Вот так. Действительно ювелирная работа. Добавлю еще совсем немного. Вот так. Вот я посадила первый росточек киви. И сейчас я рассажу все сильные росточки, а слабые оставлю. И потом, конечно, из всего, что я высажу здесь, я оставлю самые-самые сильные. Посмотрите, росточки крепенькие, корешочки хорошие. Поистине ювелирная работа. Но хочется получить хороший результат. Вот так, пинцетом. И останется только полить. Полью я теплой водичкой. В лоточке с рассадой осталось довольно-таки много семян. Но мне так много не надо. Просто надо знать, что схожесть очень хорошая. Я вот посадила киви. Здесь я проэкспериментировала. Они росли вместе, поэтому так и оставила. Я поливаю теплой водичкой. Моя этикеточка будет вставлена вот здесь. Я буду знать, что эти два ряда посажены киви. И, конечно, буду экспериментировать дальше. Записывать видео и делиться с моими видеозрителями. С вами была Екатерина Снытко. Это очень интересно сажать и получать результат.